Идем дальше. Перед вами самый дорогой кофе в мире – черный бивень. А это то, из чего он делается на этой необычной ферме. А вот ее необычный фермер, который мечтал, что люди будут платить по $50 за одну чашку его кофе. Блейк Динкин – единственный человек в мире, который делает кофе при помощи навоза слона. Блейк кормит свое стадо плодами кофе, которые он сам и выращивает, и ждет, когда они выйдут из задней части животных. Кофейные протеины расщепляются ферментами, содержащимися в желудке у слонов. Это делает вкус кофе более мягким. Слон переваривает зерна в течение 15-30 часов. У слона вегетарианский рацион, поэтому кофейные зерна перевариваются вместе с сахарным тростником, бананами и пропитываются фруктовым и землистым ароматом. Чтобы получить 1 кг кофе черный бивень, необходимо скормить слону 33 кг свежих кофейных ягод. А все потому, что большая часть зерен пережевывается, разламывается или теряется в высокой траве, когда происходит испражнение. После того, как слон сходил по нужде, жены слоновьих погонщиков собирают навоз, разминают его и достают из него кофе. Ягоды тщательно промывают, извлекают из них кофейные зерна, которые впоследствии отвозятся для сушки в Бангкок. Цена килограмма составляет $1100. Чтобы продемонстрировать свежесть продукта и привлечь новых покупателей, зерна кофе вручную перемалываются перед клиентом и затем варятся. Цена одной чашки кофе достигает $50. В годы плохого урожая получается делать всего 50 килограммов такого кофе, что тоже делает его очень дорогим. Вы должны быть истинным кофеманом, чтобы потратиться на это.